Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии Наталья Полянская. Сегодня евангельское повествование о беседе Иисуса Христа с самарянкою. Мы расскажем о мероприятиях, которые направлены на духовно-нравственное воспитание учащихся. В рубрике «Православие. Вопросах и ответах» вы узнаете мнение священника, какое душевное состояние у самолюбивого человека. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! В сегодняшнем евангельском чтении мы с вами слышали весьма поучительное и глубокое назидание для всех нас. Однажды Господь Иисус Христос проходил через самарянское селение и, утрудившись у пути, сел у колодца, чтобы утолить жажду. И вот приходит к нему женщина-самарянка, и он просит у нее пить. Она удивилась и спросила: «Как ты, иудей, просишь у меня, самарянки, дать пить?» Господь начал ей говорить о той воде, которая приводит в жизнь вечную. То есть Господь Иисус Христос сам есть источник живой воды, текущей в жизнь вечную. Но она не поняла его слов, и он начал ей говорить обличительные слова, что «иди и приведи сюда мужа своего». Она говорит: «У меня нет мужа». «Правильно ты сказала, у тебя было 5 мужей, и сейчас, которого ты имеешь, он тебе также не муж». И она увидела, что он пророк, потому что знает о ее жизни. И сразу же она перевела тему, разговор на другую тему, и начала говорить о поклонении Богу, о молитве и о поклонении. Говорят, что правильно поклоняться Богу в Иерусалиме, а мы, самаряне, поклоняемся в горе Хоразин. Господь ей сказал, что правильнее поклоняться в Иерусалиме, но истинные поклонницы будут поклоняться Богу в духе и истине. Потому как это место ограничено и имеет пространство, а Бог есть Дух, и Он пространства не имеет. Поэтому истинные поклонницы должны поклоняться Богу в Духе и истине. Господь открывает нам тот смысл, что мы должны поклоняться Богу и идти за Богом не только внешне, физически, но и духовно. Мы должны смотреть на истину духовными внутренними глазами. И в этой самарянке Господь нашел душу, способную к принятию этой высокой истины. Она потом уверовала и привела своих земляков из селения, чтобы с ними побеседовал Господь. Так и у нас Господь ищет ключ, подход к нашей душе, когда она будет способна принять эту истину. Нету выше никакого греха милосердия Божьего. Милосердие Божие и человеколюбие Божие готово поглотить всякий грех, лишь бы мы были искренне и готовы покаяться, лишь бы мы нашли в себе силы и решимость обратиться к Богу и покаяться так, как покаялась блаженная Таисия.
Тогда мы будем и в этой жизни иметь от Бога всеземные блага и здоровье, и крепость сил, и благополучие в жизни своей, и в будущей жизни сподобимся вечного блаженства вместе со святыми. Аминь. Важнейшей задачей учреждения образования является формирование у учащихся моральных ценностей, уважительного отношения к людям, та сумма знаний о культуре и нравственных ценностях поколений, которые поддерживаются Православной Церковью, используются учреждением образования в процессе воспитания духовно-нравственной личности. В Новополоцкой средней школе номер 7 прошел семинар «Использование воспитательного потенциала основ православной культуры в образовательном процессе учреждения образования». Образовательная программа обучающих курсов по учебной программе тематического семинара была организована для учителей общего среднего образования. Участниками семинара стали педагоги школ города Новополоцка и преподаватели факультатива «Основы православной культуры». Подготовку и проведение семинара обеспечили Полоцкая епархия Белорусской православной церкви и государственное учреждение образования «Академия последипломного образования», работающая в рамках программы сотрудничества между Белорусской православной церковью и Министерством образования Республики Беларусь. Проводила лекции по данному семинару Тамара Владимировна Кукушкина, учитель Минской средней школы. Наверное, ни для кого не секрет, что нравственный уровень нашей молодежи, к сожалению, с каждым годом все больше и больше падает, понижается. Это видно в возрастающем количестве разводов, в все большем количестве брошенных детей, в том, что не понижается, а даже медленно ползет вверх показатель самоубийств в республике среди людей. И, конечно, ни один человек не может оставаться равнодушным к этому. И каждый из нас, я и мои коллеги, мы все ищем по-своему, каждый на своем месте, какие-то способы решения этой проблемы, выхода из этого конфликта. И вот то, что пришлось поработать в свое время над программой, не над программой, а над изучением литературы, русской литературы в православном контексте, это вот как раз следствие вот этих размышлений, раздумий, попыток найти выход. Я работаю над этой проблемой давно уже, наверное, с 91 года. Но у нас нет программы «Основ православной культуры». Целостной программы, единой, от 1 по 11 класс. Фактически ничего не утверждено. Из серьезного такого вот программного обеспечения нет у этого процесса. У нас нет учебников по основам, вообще по истории православной культуры, по истории церкви. Ничего нет. Мы пользуемся, учителя, опорными конспектами, законом Божьим, какими-то справочниками, российскими изданиями. Своего ничего не имеем. Наши учебники не выверены. По соответствии вот, с духовной точки зрения не проверены. Ученики 11 класса продолжают говорить о том, что человек произошел от обезьяны. Мы как сеятели в этой ситуации, мы должны посеять семена добра. А как они прорастут, там уже как Бог даст, и что-то прорастет. В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе приобрело особую значимость. Если обратиться к истории и истокам, то видно, что идеалом белорусского народа всегда были святость, духовность и любовь к родине. Во все времена фундаментом нашей культуры были православные устои. На семинаре шла речь о том, что каждый учитель-предметник должен заботиться о формировании у учащихся духовно-нравственных качеств через православие, о том, что нужно сохранить облик нации и потенциал, который заложили наши предки. Своим мнением о программе обучающих курсов поделилась учитель белорусского языка и литературы. Никому не секрет, наверное, что наша школа долгое время работала по экспериментальной площадке по духовно-нравственному воспитанию. И вы знаете, когда предоставилась такая возможность в очередной раз встретиться с этим замечательным педагогом, то я, не задумываясь, и моя коллега Галина Болеславовна, мы решили посетить эти курсы. Сам человек удивительный. Вы знаете, когда говорит о замечательных вещах, бесконечно ценных каждому из нас, из обыкновенных земных людей, учитель с таким огромным педагогическим стажем, то становится понятным, что поделиться ему уже есть чем. А мы, люди, привыкшие учить, должны, наверное, с радостью идти к такому человеку за мудростью, за теплотой, за тем, что потом можно отдать своим детям.
Примером воспитания учеников в духе православия явилось посещение факультатива «Духовно-нравственные основы брака и семьи» в данной 7-й Новополоцкой школе. Преподавателем факультатива является Воробьева Галина Ивановна. В этом году Галина Ивановна и две ученицы 10 класса подготовили исследовательскую работу на тему «Жизнь и подвиг святого служения Богу, людям, своей земле». Работа была посвящена протоиерею Михаилу Кузьменко, который всю свою жизнь посвятил Богу, православной церкви и людям. Из них 16 лет отдал духовному служению на Полоцкой земле. В своей работе учащиеся показали роль семьи в духовной поддержке каждого члена семьи, а также роль отца и матери в духовно-нравственном становлении личности детей, независимо от их материального обеспечения. Ученицы со своим преподавателем провели большое исследование, изучили справочную литературу, семейный архив, но самым интересным было знакомство с людьми, которые слушали проповеди протоиерея Михаила Кузьменко, общались с ним не только в церкви, но и в быту, а также лично знали его семью. Мне больше всего понравилась первая встреча с Рядной Михайловной, это дочь отца Михаила. Она нам показала, познакомила нас с семейным архивом, из которого я узнала о двух отцах, об отце Михаиле и отце Вячеславе. И потом продолжилась дружба их двух сыновей. Они стали двое священниками. Мы хотим продолжить нашу исследовательскую работу, съездить в Могилев, познакомиться с сыном отца Михаила, Владимиром Михайловичем Кузьменко, также съездить в исторический музей Могилева, познакомиться с документами и с крестом, который ему сделали сокамерники. Уже более 10 лет Галина Ивановна ведет факультатив «Основы православной культуры». За это время она вместе со своими коллегами 7-й Новополоцкой школы собрала много литературы по данной теме и создала большое количество разработок уроков и внеклассных мероприятий. В школе создан кабинет по духовно-нравственному просвещению. На факультативных занятиях мы знакомим детей с вопросами духовности, нравственности. И стараемся, чтобы не просто рассказать, а чтобы эта работа прошла через душу детей. Но для того, чтобы работа затронула душу, наверное, надо, чтобы вся работа, все, что мы знаем, прошло через наши души, через наши сердца. Тогда дети воспринимают это так, как положено. Человеку, живущему в мире высоких технологий, умеющему самостоятельно думать, принимать решения, свободно ориентироваться в быстро растущем потоке информации, нужно не потерять в себе человеческое, не растлить душу. Только духовность поможет создать нравственные основы личности. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами снова в рубрике «Вопросы и ответы». Что можно сказать о душевном состоянии самолюбивого человека? Наверное, прежде всего, что у этого человека редко бывает какой-то покой. И то только, когда его там совершенно никто не трогает, какой-то такой чисто условный, не настоящий даже покой-то. А на самом деле, наверное, покоя душевного и не бывает. Хотя это свойство, наверное, редко найти человека, который совершенно сказал бы, что мне этого нет. Какое-то тщеславие, оно где-то бывает, примешивается, наверное, где-то у каждого. Мы пытаемся от этого избавляться, именно приобретая тот душевный покой, который и является как бы нашим настоящим счастьем. Блаженство – это, можно сказать, это высшее счастье. Блаженные – нищие духом. Это люди, которые лишены самолюбия. Вот, то есть счастливы. Вот у них на душе всегда просто. Их невозможно вывести из себя, они готовы в любом случае какие-то ситуации не возникали, подвинуться, уступить вот, и вывести из равновесия такого человека, наверное, практически возможно. Это, какое-то состояние такое уже святости тех, кто
достигал этих таких душевных состояний. Мы пока к этому только стремимся. И бывает, наш душевный покой нарушается так или иначе, но по возможности пытаемся скорее его восстанавливать через покаяние опять. Прости, Господи. Пытаемся менять свою жизнь. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Сегодня в проповеди вы узнали, что человек должен поклоняться Отцу Небесному не только телом и словами, но и душою, то есть верить в Бога, любить и почитать Его, творить добрые дела и быть милосердным к ближним. А также каждый человек должен быть готов к покаянию. Мы рассказали вам о том, что каждый педагог, какой бы предмет он ни вел, должен основываться на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышали мнение священника, что у самолюбивого человека редко бывает душевный покой. Стремиться к блаженству нужно через покаяние. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До встречи через неделю.